таком составе, в большом расширенном. И у нас есть квартет скрипичный, у нас есть бэк-вокал из 5 человек, что было очень нелегко, потому что ребята привыкли жить своей какой-то историей, нам надо было вклиниться в их жизнь и не слишком ее нарушить, хотя я это сделала чуть-чуть, я каюсь. Вот, а сложность была и эмоциональная, и умственная. Новый уровень, новый состав, расширенные рамки, живой звук. Поэтому, ребят, мы старались. Да мы в восторге. Ну, во-первых, да. Мы в восторге. Во-вторых, что там греха таить? Безусловно, для нас, для всех это рубеж. Забегая вперед, мы имеем возможность вот так вот с Алексеем сидеть за 10 минут до концерта, мило беседовать по одной простой причине, что работают друзья, профессионалы. Все готово, все настроено, и мы совершенно спокойно можем здесь сидеть и заниматься своими делами. Ну, конечно же, отличается этот концерт от всех предыдущих, потому что, как правильно Юлечка сказала, это как минимум огромный состав. Я даже боюсь посчитать, сколько нас на сцене. 20 человек. Вот, 20 человек. Это большая команда за спиной у нас, да, за кулисами, еще человек 100, если не больше. Большая работа проведена, конечно же. Для нас это большой рубеж, потому что, на мой взгляд, мы шагнули в некоторую другую плоскость, потому что концерт и в Москве, который прошел, и который пройдет сегодня, я убежден, что это новая, очень высокая ступень для Ярослава. Ярослав, волнуешься ли ты перед концертом сегодняшним? Ты мне каждый раз задаешь такие вопросы, я думаю... Всегда ответы разные. Да. Ну, конечно, волнуюсь. Перед большими концертами всегда волнение, потому что новая программа. Новая программа еще не обкатана, она только в репетиционном состоянии. Порепетировали, и вот на сцену. Сколько не репетирую, все равно вот самая основная обкатка идет программа, это на гастролях. Вот если на гастролях поездил полгода, ну, все нормально. Нет, ты сегодня поспал полтора или два часа всего. У нас сегодня был перелет. Ну, урывками спал. Если урывками, то там чуть-чуть побольше, конечно. За 4. Два в самолете. Вот был прогон, это, считай, полноценный концерт. Ты там 20 часа, да, репетировал. Все-таки есть ли ощущение, что все должно получиться? Конечно, мне кажется, что у нас не было такого, чтобы ничего не получалось. Есть косяки, как я у друга спросил, как тебе концерт? Косяки были? Он говорит, кроме очевидных, нет, ничего не было. Хороший ответ, да, очевидные. А сегодняшний концерт для тебя, это новая ли ступень? Новый ли рубеж? Ну, конечно, у меня даже так программа называется «Счастливым быть». Это название мы взяли из песни «Ступени». Естественно, это моя новая ступень. Мне исполнилось 40 лет. Это такой рубеж, когда ты думаешь, блин, а много это или мало? А вот скажи, много это или мало? Ты знаешь, я чувствую всегда себя на 25 лет, поэтому пока... Может, чуть-чуть помудрее стало. А так, наверное, нет, немного. Я считаю, что это реально для всех... Очень большая, важная такая черта, ступень, как правильно говорит Ярослав. Да, не только для Ярослава, да, это для рубеж, всех. Для нас, чтобы, для кстати, всех, он да. понимал, что это не только его личный рубеж, да, это и наш. И это заслуга команды, Ярослав. Чего я ожидаю? Чтобы публика зажигалась. Чтобы они танцевали, чтобы они кайфовали. Кайфовали. До концерта выясняется, что не поглажена рубашка. Не мятая. Смотри, что здесь, значит. А это утюг, да, он высохнул. Уже занавес скоро, через 5 минут открывается. А мы в зал пойдем. А мы пойдем с Алексеем смотреть. И слушать, и получать удовольствие. И держим кулачки за Ярослава и за всю команду. Вот, а я от всей команды хочу сказать огромное спасибо компании «Артистика» за организацию такого безупречного концерта. Он еще не прошел, но безупречен он хотя бы по одной простой причине, что сегодня... Полный аншлаг, друзья, в БКЗ, у Ярослава, в Санкт-Петербурге. Полный аншлаг. Мы собрались кайфовать, отдыхать. Вот, и нам нравится делать, как мы это умеем, как мы это любим. Да, Андрей, не забудь, пожалуйста, палочку на концерт. Да, хорошо, спасибо. Мне нужно всегда как минимум 2 палочки. Видите, подготовились. Ребят, не будем вас отвлекать. Спасибо огромное. Настраиваемся на классный, кайфовый концерт. Всех люблю, обожаю. Благодарю. Я вообще всегда себя позиционировал хорошим певцом, хорошим музыкантом. Мне всегда хотелось вот играть
живую музыку на концерте. А этот концерт мы сделали, уже добавили немножко шоу. Добавили и побольше света, и там, если про крокус говорить, у нас и танцы были, я там какие-то танцы учил. Потом экраны у нас появились, хотя до этого не было. Ну, поэтому сейчас я уже не только певец и музыкант, а еще чуть-чуть шоумен, оказывается. Ну да, я поправлю, что это не немножко света, три фуры света ехала из Москвы, часть оборудования ехала из Минска, часть забирали в Петербурге, и все, кто принимает участие в организации с технической стороны, говорят, что это очень масштабный концерт, да? БКЗ таких не видел. Поэтому будем... Могем. Ну все, удачи себе. Спасибо. Находясь вот на этой ступени своей жизни, то, что могу сказать, верить в мечту, она верит всем сердцем, всеми мыслями, она обязательно исполнится. Много истер я колес, по дорогам скитаясь. Даже в морях приходилось терять паруса. Сколько еще по земле меня жизнь помотает. Жаль только сердце, оно ведь одно у меня. А сердце болит, сердце сжимается. Боже, беду мою ты отведи. А сердце горит, сердце так мается. Не подведи, прошу, не подведи. Все случается в нужное время. Помните, каждый шаг, который вы делаете, имеет значение. Никогда не отказывайся от своей мечты. Даже самый длинный путь начинается с одного маленького шага. Иди смело к своей мечте. И где бы ты ни был, помни, я всегда влияю. Папа, я тебя люблю. Среднего села ко мне заехала она. Давай на баш, гармонь моя, и будут танцы до утра. А из соседнего села ко мне заехала она. Давай на баш, гармонь моя, и будут танцы до утра. Друзья, спасибо вам большое за то, что сегодня произошло. Спасибо всем и каждому. Для меня это был действительно все, что я говорил со сцены про ступени, там, про все остальное. Это было, ну, как бы, не только режиссерский ход, это действительно так и есть. Так, я так думаю, это было все там с моих слов. Ну, потому что действительно моя карьера строится не так, как вот, наверное, может быть у многих. Она, вот знаете, взлет резкий, потом там какое-то падение. А у меня вот именно потихонечку, по ступенечкам, последовательно все происходит. И сегодняшний концерт действительно это еще одна ступень в моей жизни. Причем большая ступень. Сегодня был классный концерт. Я сегодня почувствовал себя не только музыкантом и певцом, но еще и чуть-чуть шоуменом. Слава богу, сегодня было без происшествий, как в прошлый раз, когда мне в лицо прям... Я просто не привык к такому. Там вот сейчас Женя, когда будет монтировать этот ролик, он ставит именно тот кусок, про который я говорю. Он знает. Спасибо вам большое. Понятно, что если мы будем репетировать больше, будет еще лучше.
Я могу сравнить концерт Крокуса с концертом в БКЗ. В БКЗ получилось гораздо лучше, потому что мы после Крокуса проехали, еще порепетировали 10 раз где-то примерно. Хотя и так оно было все классно, я считаю. А мы вообще посмотрим комментарии наших зрителей, наших поклонников. Что вы скажете? Друзья, спасибо вам. Я всех вас люблю. Я надеюсь, что все, кто здесь присутствует, тоже станут членами моей команды, не только на больших концертах. Я думаю, что это скоро у меня все получится.